11 декабря 23 года. Вот, значит, нашел на пеньке вот такой красивый грибочек. Ну, примерно размером с маленькую сковородку, наверное, сантиметров 15-20 в диаметре. Я тут такой в лесу уже третий гриб нашел. Так вот они растут на старых пнях. Ну и от радости, конечно, побежал к этому грибу, сломя ноги. Ну и тут, значит, куча лежала на обочине. Собачка кучку, понимаешь, сделала, а я не заметил. Наступил и вляпался. Теперь придется кроссовки стирать. У нас тут был снег. Было даже минус 4. Сейчас у нас плюс 10. Снег весь растаял. И снега больше не видать. И еще я тут в лесу сейчас нашел сухое дерево. Наверное, скоро оно рухнет. Сейчас посмотрим. Ну вот это дерево сухое, старое, мертвое. Будет сильный ветер, оно рухнет. Может быть, даже и до дороги долетит. Других достопримечательностей в лесу у нас нету, так что не обессудьте. Как говорится, что есть, то и снимаю. Что еще хотел сказать? Небо пасмурное. Солнце выглядывает местами, время от времени. А вот там вот на дереве висит скворечник. Скворечник висит. Мне кажется, там у него дверку, кажется, оторвали у этого скворечника. А внизу там номер у него написан, номер 85. На камере плохо видно. Ну ладно, конец на этом.